Мне вот, ага. Третий день. Вот третий день, мы уже 10 раз говорили, вот на той опушке, а где-то там мы копию, которую не нашли, а мы ее били, вот, которая водой залила. Идти уже неохота туда второй раз искать. Там же, в прошлом году, а, то ли я хотел называть медвежий. Нет, мы хотели называть медвежий. Потому что то ли там нашел медведя. Вся в кучу собрал. Толя нашел медведя, а медведь нашел Толю. Все перепутал. На самом деле, просто Бобка там спугнул медведя. Именно поэтому хотели дать такое название. А вот вчера мы где били жилу, вот там в прошлом году медведь помял все ягоды. Милости просим охотников до ягод. Или медведей. Давай опусти в жилу, чтобы посмотреть. Сколько нам предстоит? Да сколько нам предстоит? Сколько успеем? Долбить. Вот эту щелку бы, вот, ломик, на который указывает, вот ее бы выдолбить. Расширить. Ну, расширить придется. Ну, ладно. Этот раз не показательно получилось. Нету обычных там 3-4 метров, да, когда оттуда с лестницы вылазишь. Ну, что делать? Скальный гранит. Следующий раз. Вот, мы начали вторую яму. Рядышком тоже жила. Там мы уже взяли небольшой кармашек. Прямо сверху. Сейчас сделаю за ним. Думаешь? Смотри на меня. Идем дальше. Пойдем. Меня не убей с камерой здесь. Ой, а природа какая! Вещей бы не было с комарами. А, сегодня опять одного сняли. С медведями и волками еще можно примириться как-то, поскольку мы их не видим. Ну вот клещи. Но жрет что-то. Наведи крупнее. Саша докопался. Сейчас я докопался. До дымчака, навел? Да? Навел? Навел на твою руку. А, вот он. Сейчас резкость. Палец убирай. Там их еще вон кучка, вон. Вон они. Кармашек. Покажи. Давай пальцем. Вон они. А, вон там дальше. Все, давай. Я его там буду вырвать. Давай. Достанешь, да, как на свет покажешь. Вытащил. А на свет ничего не видно бывает. Сейчас я укрупню. Перпендикулярно поставь, мне не видно. Ага. Бот, камешек. Кварц дымчатый. Работайте дальше, Александр Владимирович, в таком же духе. Весь кармашек брать не стали? Решили обойти его. Не обойти.
чтобы не раздавить кристаллы. А погода хмурится. Будет дождик. Так, пошли кристаллики чайные. Так, надо как-то встать. Там темно, не видно, конечно. Видно, да? Но я укрупню сейчас. Вот этот небольшой занорчик. Жаль, что там только одни кристаллы. Раухтопаза. Одни, говорит, кристаллы. Не, ну. Я тебя понял. Берильчика надо бы. Надо бы. С такой тоняшкой, конечно. Я бы удивился, если бы тебе лежало получше. Вот это что? Тоже кристальчики? Ну, это обломки. Обломки. Ну, потому что здесь зона разморозки-заморозки. И они все там... Ходят ходуном их. На гранит раздавил. А сколько нам копать? Это другой зоны. Не знаю, зона разморозки. О, нифига на себе. Че это? Кристалл. Кристалл? Смотри, какой здоровый был. Сейчас я. Одна две грани только осталось. Да, тоже раздавлен. Да, с одной стороны раздавлен. Зато какой. О, головка целая полностью. Два сросшихся кристалла. А вот с одной стороны он немножко раздавлен. Ну че ж. Охренеть. Ах, как красивый домчая, какой хороший. Вот это редкий случай, когда... Ух ты, у меня сбилось, сейчас я... Так ты подальше отойди, я... Да дальше мелкие они, конечно, не видно. Очень мелкие. А, вот, слишком много наехал. Самый-то смак, это когда ты копаешь. Вот. Тоже, да? Да, старик. А в той ямке метистики были. Там что-то... Ну, мне кажется, здесь дальше что-то пересекать должно. Зато вот эту ямку мы сами нашли. О, глубже. Папа нашел. Ничего. Хорошее дело. О-о-о, да тут смотри, что творится. Сейчас я наехал. Смотри, 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 наедь. Наехал. Убери руки. О-о-о, кристалл какой. И вот тут смотри, есть шара? Мякнуть и начать дальше. Новую жизнь. Начинаем новую жизнь. Завтра. Завтра, сегодня так, подготовительная работа. Скрываем дерн. Ну, сидит. Добрые это люди в это время уже спать ложатся, наверное. Кто? Добрые люди, говорю, спать, наверное, ложатся в это добрые, время. Добрые, наверное, ложатся. Они же злые. Угу. С утра комаров не было. После дождя появились комары. Сейчас комаров тоже нет. Да, есть, может. Зато мушкара... Комары. Ай! Едят. Ну, мушка меня совсем раздражает. Они вообще гады ничего не боятся. Что это вот там? Что там, карандаш такой? Вообще ничего не боятся, точно. Ерунда. Дело идет к вечеру. Прохладно, хорошо, но мошка. Ой, вообще задолбали, а. Туман. Невозможно просто.
Туман какой, ой, какой туман красивый. Сынок, а? Перистые облака завтра опять жарить будет. Конечно, жарить будет. Никто не сомневался в этом. Ну ладно. Ой. Че, заканчивай тогда. Время много уже. Ну, время много, да? Мошки едят. Ну да, день второй. Что-то мутновато как-то. Вот он. Выключи. Вот. Второй день. Солнце припекает, неимоверно жарит вообще. Даже комаров нет. Продолжаем бить эту яму. Достали несколько кристаллов дымчика. Ничего существенного. Удачно. Стараюсь. Там на том месте я посмотрел, пап. Ну, жила идет, там нет кварца вообще практически. Там есть пигматоидный кварц, но это дерьмо. Мы зря там будем рыть. А? Зря мы там будем рыть. Ну, точно тебе говорю. Не верь глазам своим. А что не верь глазам своим? Там нет кварца ядерного, в принципе, вообще нет. Да? Ну, он должен быть где-то, все равно. Ну, где-то должен быть. На каждом метре. Я позирую. А я... Тебя не снимаю, я снимаю, как ты копаешь. Вот, вот в глаза не видно. Сейчас бруснички поедим. Я поел уже. Ну, давай, защищайся, и я вперед. Хоть наш научный консультант и говорит, что здесь нет кристаллов. Здесь они должны быть. Но даже если их здесь нет, то, что есть здесь брусничник, это определенно. Фу. Где они, ягодки-то? Вот, наверное, видно ягодки. Рука дрожит. Так. Еще поближе сделаем. О, ягодки. Вон. Вон их сколько. О, вот. Сейчас мы, находясь на 10-минутном перерыве, их приберем. Вон сколько. Все. Вкусно. Так, поевший брусники, иду на смену. Но ты что-то рано пришел. Че? Рано пришел, да. Да давай, иди отдыхай. Да я еще не успел, кстати, че. Ну ладно, говорил. Процесс продолжается. Фу, жарко, да? Кино делаешь? Смотри на меня. Фу, это нормальная линия. Проглотил. Смотри на меня, говорю, ну что ты? А, пот-то вот он. Все? Все, все. Тяжело, жарко. Терка вообще нету. Все так мертво. Яма пока идет легко, естественно, земля. Смотрим, что будет дальше. Работа 4 часов отходит впустую. Дерьмо. Да. Вообще кварца нету. Кварц исчез, значит, никаких надежд. У меня руки трясутся. Очень хорошо.
Все-таки, а? Не, понятно все. Зимово в этом месте. Понятно, что пора заканчивать нам. Ну, да? Я что-то сказал, зимово. День подходит к концу. Ничего хорошего здесь мы не обнаружили. Че у тебя там? Да, маленький. Раух. А я увеличиваю. Ну так ты держи рук тогда. О, какая удача! Все уменьшает. За весь день. Да елки зеленые. Да, нынче мы дали жару. Отличились. Дожди тут, наверное, еще будут. Может, нет. Там. Блин. Уже пошла мошка. Солнце заходит. Да, ну, что-то лежит, но как вот убраться до него? А, кварц лежит. Кварц. Обман. Обманул он нас. Можно выключать, наверное, камеру. Я думаю, да, наверное. Что вы скажете, Александр Владимирович, в заключение? Даже ничего говорить не хочется. Как? Стрекочут кузнечики. Красота. Ну все, пойдем. Это то, что представляет яма на середину дня уже. Выкопали вот такие щели. Пожили по самой. И поняли, что для того, чтобы еще хоть что-то взять, возможно, не факт. Нужно снять плиты на глубину. Это щели. А это довольно прилично. На это уйдет, ну, не как минимум 2 дня, если снимем. Папа копается. Вот там вот. Где-то пытаясь найти новое ядро, но тоже пока безрезультатно. Слишком узкое. Хотя, конечно, в прошлый раз в этом месте мы взяли неплохо. Погода хмурится. Часа через 2 пойдет дождь. Да я снимаю. Козы на копьях князя Мещерского. Тега, 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 тега. Или как их там? О, еще одна появилась. А давай их на наближе как-то. Да, моталась. Опа. Вот. Работа движется потихоньку, но верно. Там лучше требуется. Какое хитрое устройство, которое называется ёж. То есть сначала загоняется один клин, потом ставится еще одна
накладка, и на нее уже загоняется второй по длине. Так, нашел маленькой кувалдой, а сейчас тещиной. Поднять-то трудно. Да, есть такое дело. Промазал. Вещи попасть трудно. Когда выпадаешь, руки болят. Вылетел. Накладка вылетела. А клин второй там. Те ребра там, да? Есть, есть клин и еще длиннее. Пойду я посмотрю, кого она там гоняет.